665 миллионов рублей из бюджета всех уровней направят на озеленение, освещение улиц городов и моногородов Алтайского края. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» поддержку получат 14 муниципалитетов региона. В рамках проекта планируют отремонтировать 293 дворовых проезда, обеспечить освещение 79 дворов, установить скамейки и урны, соответственно, в 202 и 178 дворах, оборудовать 117 детских площадок, 19 спортивных площадок, 29 зон отдыха, 84 парковки. Работы по благоустройству начнутся в середине июля, закончатся в ноябре. Преобразятся не только центральные площадки, но и парки. В Алейске, Бийске, Заринске, Горняке и других городах региона. К примеру, в Новоалтайске отремонтируют бульвар Землянова и парк Пионерский. Там уложат новый асфальт, установят современные энергоэффективные светильники, уберут засохшие деревья. Позже в парке обустроят детскую площадку для скейтеров и зону для барбекю.